Энергоснабжение по Якутии восстановлено. Аварийно-восстановительные работы идут в штатном режиме. В республике режим ЧС не будет вводиться. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников. В ГРЭС запущены 4 турбины суммарной мощностью 140 мегаватт. В Амге, Чурабче, Барагонцах и Хандыге действуют резервные источники питания. За счет запуска 2 турбин новой ЕГРЭС-2 возобновилось энергоснабжение Мигино-Кангаласского и Хангаласского районов. Во всех объектах здравоохранения имеются резервные источники питания. Напомним, что в результате технологического хлопка резервного источника питания в отдельно стоящем здании Якутской ЕГРЭС произошло аварийное отключение электроэнергии. Сработала аварийная защита. Газотурбинные установки не пострадали. В реанимации республиканской больницы находится один пострадавший с ожогами тела. Его состояние стабильное, тяжелое. Из-за возгорания в машинном зале ЕГРЭС станция была остановлена, обесточен город Якутск и центральные районы республики. Соответственно, в части работы оперативного штаба дано поручение было запустить районные резервные источники питания в Хандыге, Текеле, в Барагонцах, в Амге, в Бердигистяхе, в Усьмае и в Альдикане. Далее производился запуск турбин на основной станции. Было запущено 4 турбины и 2 турбины на ЕГРЭС-2. Режим ЧС в республике мы не вводили.